Сигнал иду на парк и готовимся к началу игры. Еще немного подождать, осталось до начала матча. Меня зовут Георгий Черданцев, и сегодня вместе со мной работает Константин Генич. Что может быть лучше, чем старт нового сезона? Вопрос риторический, потому что ничего не может быть. Стартовый матч сезона. Смотрим. Это Боруссия Дортмунд против мадридского Реала. Новый сезон, новые надежды. Пока что они не в лучшей форме, но для повышения в классе нужно время. Чуть больше опыта после каждого матча. Несколько побед, и вот уже мастерство появится. И можно задуматься о новом дивизионе. Турнирная ситуация на них не давит, и можно поэкспериментировать, искать свой стиль. Десятый дивизион для этого отлично подходит. Лука Модрич. Бензема. Роман Бюрки справляется с этим ударом. Тут ничего опасного. Мац Хумельс. Загаду. Реал является одной из трех команд Ла Лиги, которые никогда не вылетали из высшего дивизиона. Другими двумя являются заклятый враг этой команды Барселона, ну и Атлетик из Бильбао. Любопытно, что мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Лука Модрич. Карим Бензема. Модрич. Реал начинает опасную атаку. Какой момент! Из-за боковой мяч будут вводить. Делени. Торган Азар. Серию удачных передач неплохо комбинирует Боруссия. Штрафную подача. Вратарь легко забирает мяч, но не бросит в свои ворота. Казимир. Модрич. Лукас. Тони Кросс. И теряют они мяч. Дортмунд идет вперед через фланг. Там есть свободное пространство. Вот Санчо, подача в штрафную. Не стал этот навес голевым. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Торган Азар. Есть шанс выйти вперед. И спасает тут игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво. И разрезающий пас на ход. Бензема с мячом. Марко Ройс. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Выходит он один на один. Да, такие шансы разбазаривать нельзя, особенно в конце матча. По какой-то невероятной причине вы сейчас не увидели забитого мяча, и вратарю даже не пришлось вступать в игру. Санчо. Марко Ройс. Здорово он партнера увидел. Торган Азар. Решил пробить. Чуть-чуть точности этому удару не хватило. Да, мяч прошел совсем рядом со штангой. Хорошее ударное исполнение, но чуть-чуть неточный. Казимир. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. И перехвачен этот пас. Тони Кросс. Лукас. Васкес. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Тут нужно было отвести угрозу от ворот. И вратарь это и сделал. Просто отбил мяч подальше. Эрлинг Холланд. Кросс. Бензема теряет мяч.
Эрлинг Холланд. Турган Азар. Пытается соперник мяч отнять у них, но очень уж хорошо в пас играют они сейчас. Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Аут у самого угла поля. А как насчет навеса здесь? И это должен быть гол! Рядом со штангой мяч проходит. Неплохой получился удар. Чуть поточнее, и точно был бы гол. Ну, очень много моментов они создают, но никак не получается забить. Уже почти все они испробовали, но мяч упорно не идет в сетку ворот. Джейдон Санчо. Блокирует он удар. Молодец, Минье хорошо перехватил мяч. Бензема. Реал начинает опасную атаку. Пол команды обыграл. Ничего себе. И пробил. Пик. Это гол. Причем гол в пустые ворота, потому что вратарь отошел, видимо, куда-то по своим делам. Мяч в центре поля. Реал только что повел в счете. Отличный проход. Можно навес сделать здесь. Меньер. Тома Меньер. Очень вовремя он сыграл на перехвате. Сможет он пробить. Боруссии нужно каждую возможность использовать, чтобы сравнять счет, в том числе и этот угловой. Аталь отбивает мяч просто и надежно. Менье. Турган Азар. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Хороший пас отдал. Отличный пас в разрез. Бензема. Бензема! Браво, вратарь! Спасает он свою команду. Очень уверенно и красиво он справляется с этим мячом. И прямо в центр штрафной мяч летит. Минимальное количество голов, минимальный перевес. 1-0 пока. Реал ведет после первого тайма, а у нас только что начался тайм второй. Тони Кросс. Карвахаль. Лука Модрич. Кросс. Марсело с мячом. Меняют они стороны атаки. Карим Бензема. Плохой пас, Бензема. Марко Ройс. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Менье с мячом. Штрафной Боруссии исполнит. Подает в штрафную. Эмре Джан. Навес тут должен последовать. Турган Азар. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Лука Модрич. Тони Кросс. Очередной точный пас в его исполнении. Мяч у соперника. Рафаэль Герейро. И навесить тут нужно. Четко и надежно сыграно. Выносит он мяч из штрафной. Эмре Джан! В
Без мяча остается Реал. Герейро. Атака остановлена, но кто получит мяч? Марко Ройс. Джейдон Санчо. Санчо! Опасно как! Отличный удар с лета. Он здорово поймал мяч и классно пробил. Чуть не повезло ему в этом моменте. Карим Бензема плохую передачу отдал. Почти невозможно отобрать у Боруссии мяч в последние 15 минут. Очень уверенно они смотрятся. Соперник, похоже, и не думает о том, как атаковать. Сейчас их заботит только то, как сохранить свои ворота в неприкосновенности. И вратарь забирает этот мяч. Потерялся вратарь в этом моменте. Накажет его соперник за такое. Вы знаете, есть такая опция тренировки. Удар. Карвахаль. Лука Модрич. Отличный пас на Васкеса. Отличный перехват, очень вовремя. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Торган Азар. Слишком сильный пас получился. Ну что же, умение действовать не только на ленточке, это одна из основных задач вратаря. Да, вовремя он вышел из ворот и сыграл просто идеально. К вратарю мяч прилетит, слишком сильная передача. Варан уверенно действует на перехвате. Лукас. Модрич. Есть пространство перед ним. Вполне тут гол мог состояться, но хорошо на выносе сыграли. 20 минут до конца основного времени матча. Можно провести контратаку. Удастся ли выжать максимум из этой ситуации? И команда продемонстрировала свое умение застигнуть соперников врасплох внезапным контрвыпадом. В данном случае все было разыграно на высочайшем уровне. Счет снова равный, 1-1. Лука Модрич. Кросс. Марсело Вьея. Казимир. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Хорошо мяч перехватили в атаке. Пошли последние 15 минут. Реал идет к воротам соперника. Великолепен защитник сейчас спас команду он этим действием. Васкес. Подача, там есть Карим Бензема. Умница вратарь, сыграл надежно. Мяч от ворот отбил. Получится у них контратака здесь. Нужно им вернуться побыстрее назад. А ведь как все хорошо начиналось. Но в итоге мяч практически подарили сопернику. В эти последние минуты матча Реал все-таки не теряет надежды, идет вперед. Шанс еще есть. Роман Бюрхи справляется с этим ударом. Тут ничего опасного. Санчо. Эмре Джан. Хумельс. Рафаэл Герейро. Похоже, все решится в концовке. Ух, какие напряженные минуты нас ждут. Эмре Джан. Шанс-то был хороший, а? Согласитесь, обидно такой загубить в последний момент.
Отдает он передачу. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Реал за... Зарабатывает штрафной. Замена у нас. Вот это да, сразу трех игроков меняет главный тренер Реал. Без мяча остается Реал. Очень перспективная атака. И какая важная. Если они забьют, то наверняка победят сегодня. Можно забивать. Удар в штангу. Вернейший момент был у них, чтобы забить несколько минут назад. Сделай они это и пробей поточнее, результат, считай, был бы у них в кармане. Очень неплохо пока, надо только довести эту атаку до ума, и тогда победа ваша. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Браво, защитник. Отличный момент есть. За лицевой мяч оказался, а мог бы за линией ворот. Лукас. Азар есть на дальней, туда подача. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Пожалуй, ничья сегодня самый подходящий результат. Очень неуступчивый соперник попался им на старте сезона.